Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в зомби цунами. И у нас есть такое задание. Сейчас я сейчас скажу. Не превышайте количество зомби, равное 5 и счет 7. Нам нужно не больше 5 зомбаков иметь. Но нам нужно, ребята, побольше зомбаков съесть. Будем понемножечку терять. Тогда по одному зомбочку, чтобы не превысить. 5. Все, нельзя больше превышать. 5 зомбаков. Есть. Так. У нас сейчас пока 3 зомби. Так, давайте сейчас. Получается, нам нужно 7 мозгов, но не больше 5 зомбаков. Во! Так, еще нужно одного зомбака съесть. И тогда выиграем. Да, по-любому. По-любому мы сейчас получим. А, ну получается. Да, мы выполнили это задание. Так, следующее задание. Летайте драконом 15 секунд и играйте в игру с помощью монетной бомбы из магазина. Так, это мы сделаем. Монетные бомбы. Обязательно возьмем. Когда в менюшку я выйду. Ну а пока... мы будем, ребята, продолжать играть. Нам нужен дракон. 15 секунд, нам нужно лететь драконом. Ага. Ждем. Ищем. Где же у нас коробочка-то с бонусами? Ох, чё ж я наоборот-то делаю? Так, где у нас... ой, сейчас кто-то взорвется. Так, кто там, дракон? Да, дракон, 15 секунд мы должны лететь. Летим 15 секунд. Вот, продолжаем лететь. Так, пока монетки можно не собирать. Нам главное 15 секунд пролететь. О, есть, да, 15 секунд мы пролетели. Задание выполнили. Все, остались на у нас монетные бомбы купить. Сейчас мы тут пройдем и купим монетные бомбы. Монетные бомбы, кстати, денег стоят, если что. У нас такие задания, которые нам приходится тратить деньги, представляешь? А, давай уже все соберем машинки, почему нет-то? Давайте, зомби, собирайте уже все машинки. Умирайте все. Это, конечно, был сарказм. Я шучу, конечно. Вот, бомбочки. Ой, сколько много бомб, а? Кто наставил столько много бомбочек? Так, все, идем с этими чуваками. О, они мне нравятся. Ух ты! Ну, тут по-любому можно очень много терять. Зомбаков. Здесь так сделано. Старайся, не старайся, ты их много потеряешь. Все, закончилось время. О! Все, начинает ускоряться, прям я чувствую. Очень быстро стали бежать и провалились все. Ну ладно. Так, давайте шамбольское наполним. О, как долго оно наполняется. Так, потрясите устройство в эпизоде Лос-Анджелес. Соберите толпу из 9 зомби. Ну, это легко. Толпа из 9 зомби. Так, давайте. Ничего нету. А, здесь монетки. А, двойные монеты, спасибо. И в магазин. Подожди, смотри, задача у нас. Играйте игру монетные бомбы. Давайте купим монетные бомбы. Вот, монетные бомбы стоят 500. Покупаем. Так, здесь у нас ничего такого, интересно, пока еще не открыли. А, вид Гималайи, смотри. Мне надо будет, знаешь, какой? Вид Париж открыть. О, или Египет тоже. Обязательно откроем. Ну что, поехали. Нужно нам собрать 9. Толпу из 9 зомби. Угу. А, подожди, а я... Нет, двойные монеты. Двойные монеты. Ой, как хорошо. Отлично.
собираем двойные монетики. И сейчас можем очень хорошо заработать. Прям очень хорошо. Эти двойные монеты. Видишь, уже почти что 100 монет у нас, представляешь? Только начали игру. А уже 100 монет. 92, правда, но практически 100. Вот они, большие-большие толстенькие монетки. Надо постараться их все открыть. Отлично, 160 монет. Так, кто здесь? У нас будет UFO. Кстати, у нас очень давно цунами не было. Прям давненько не было цунами. Ладненько, бежим. Ох, блин, потеряли мы зомбарика. Давай, ох, монетки, клонируй нам. Инопланетяшка. Побольше зомбачков. Ох. Так, давайте автобус. Опрокинули. Так, ну все, толпа из 9 зомби у нас готова. Так, аккуратненько бежим. Ой, монеток сколько. Так, машина, куча машин. Так, машинки сейчас. Эти опрокинем. О, половину зомбаков мы потеряли. Да, ёлки-палки. О, давай, соберем. Спасибо. Так, бежим. О, еще что-то открыли. Ниндзя. Ниндзики. Так, 7 ниндзя у нас. Монеты. Побольше монет надо. Побольше, ребята, монет. О, 372 монетки. Ой, что-то, смотри, пропасть какая огромная. Так, все, бежим. А, зомбарики. О, давай монеты, есть. Перфект. Отлично. Превосходно. Так, 4 зомбаря. Так, сейчас больше будет. 8. Ох, монеток сколько. Надо вообще здесь по максимуму этих монеток заработать. Кто там у нас? О, инопланетянки. Так, давайте побольше. Клонирую там зомбарей, которые все взорвались. Да. О, нет. Давай, клонируй еще одного. Быстрей. Во. И он взорвался. Да ёлки-палки, ты чего? О, да ё-моё, он в пропасть меня кинул. Да как так? Давайте воспользуемся еще волшебством. Все, тут двойные монеты. Я не хочу терять. Хочу побольше заработать. Ну, конечно, сейчас ускоряться это все дело начнет быстро очень. Угу. Ой, нет, блин, даже монетку ни одну не собрали. Да, это очень глупо было. Так, включите 12 зеленых светофоров. Ну, это можно. Поехали играть дальше. Нужно вот эту штуку взять. Да. И нам надо будет включить светофорчики. Так, светофоры. Есть один светофорчик. Второй. Так, тут у нас монетные бомбы, кстати. Но они через раз, правда, срабатывают, эти бомбы. Не факт, что они нам будут работать. Можно проверить, смотри, видишь, взорвались. Не сработала монетная бомба. Угу. Ну так каждую бомбу мы не будем, наверное, проверять. Или хотя, когда у нас будет много прям чуваков. Ах, мы могли бы этот открыть. Ладно, смотри, видишь, ну нифига нету монеток. Не знаю, когда они срабатывают. Так, ну вот этими чуваками я сейчас могу спокойно проверять эти все бомбочки. Потому что им ничего не будет от бомб. И как назло, бомб нету.
Нету бомб. Куда бомбы делись? А, вот бомбочка одна пошла. Так, только одна бомбочка и все, алло. Ну и смотри, пошли бомбы. Это нормально вообще так? Не было бомб, когда они нужны были. И когда мы, естественно, уже не нужны эти бомбы, они появились. Так, Мексика. Ой-о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 й
умер просто так. Вот просто так взял и умер. Ладно. Так, монетные бомбы поиграли, поиграли. Уничтожьте 10 объектов с помощью ниндзя. А, ну это в принципе несложно. Так, бежим дальше. Нам нужно светофорчики пооткрывать. Осталось немножко светофорчиков. И сделать ниндзя поразрушать 10 объектов. Разрушить 10 объектов с помощью ниндзя. Так, светофор, он будет последний. Нет! Так, подожди. А сколько еще светофоров? А, 4 светофора. На 12 светофоров было включить. Офигеть. 4 светофора еще. Раз, два. И еще 2 светофора включить надо будет. Угу, хорошо. Последний светофор остался. Есть! Хорошо. Задание выполнено. По светофорчикам. Так, тайфун. А, цунами. Смотри, цунами появилось. Вот мне надо было цунами, когда реально такая большая-большая бешеная скорость была. И у меня было много бомбочек взрывать, которые они превращались бы в монеты. Вот это было бы хорошо. Так, 13 уже у нас мозгов. О, как 14. Хорош, хорош, хорош. Такая толпа бежит. Мощная. Ага. Так, аккуратно в бомбочки не попадать. Давайте, чуваки. Побольше мозгов. Прыгаем. Прыгаем. Прыжок. Монетки. Так, а здесь что? Дракон! Дракон. Дракон мне... Вот сейчас дракон мне не нужен. Мексика. О, давайте еще один автобус возьмем. Так, монетки, монетки, монетки. Аккуратно. Ой, ух ты. Хотел бы я, конечно, самолет взорвать, но у нас не хватит зомбарей. Ох, сколько мы таксистов, танкистов скушали. Слушай, а в танках много танкистов разве сидят? Обычно же там двое могут уместиться. В танке может уместиться максимум 2 человека. А тут получается их больше. Так. Ой-ой-ой-ой. Гигантик, давай. Все уничтожаю, смотри. Все, заканчивается время у нас. Вот эта толпа у нас, ребятушки, бежит. Всего 46 мозгов мы заработали. О, нет, 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 не падайте. Так, кучу монет заработали. И у нас, ребята, бомбы пошли. Все бомбы собрали. Как-то так. Так, что у нас там с Шамбольским? Светофорчики мы включили. Клонируйте 6 зомби. Ага. Хорошо. И у нас, ребята, есть открывашки. Давайте посмотрим. Так, группа людей есть и ничего нету. Ладно, спасибо.
Ну что ж, будем на этом заканчивать нашу серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставь лайк этому видео. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, также пиши комментарии, передавай приветы. Обязательно пиши приветы, и я тебе передам привет в следующем ролике. Ну, а сегодня всем пока.